Что ж, всем снова вновь привет, друзья, с вами Слэм, ну и мы будем смотреть следующую встречу сегодняшнего дня, как вы уже все прекрасно догадались, догнали, это будет команда Virtus.pro, ну и сражаться сегодня они будут с дебютирующей командой в рамках SLTV Star Series Russian Roulette. Эх, что это значит, без понятия. Ну, русская рулетка, нормальное название на самом деле, ну вот как-то, на самом деле очень мрачное, на мой взгляд, потому что как бы русская рулетка, сами знаете прекрасно, что такое, ну и несмотря на всю как бы строгость, да, того, несмотря на всю строгость названия, все-таки непонятно, почему Russian Roulette. Но, насколько мне известно, есть сайт у этой организации, сайт я забыл. И вот игроки должны были уже зайти на сервер, уже должны были быть выбраны стороны, но, как всегда, команды из России у нас, ну, их нужно ждать, их нужно, в общем-то, ждать, но, друзья, скоро будут фикситься правила StarLadder, и будет, вы ждать не будете, потому что мы же стараемся для вас, для зрителей, кто приходит смотреть трансляции, кто интересуется Counter-Strike, и... Мы не можем этого делать нормально, разумеется, если вот такие вот расклады с тем, что зайти не могут на сервак. Ну и перед вами логотипы команд, естественно, и по составам давайте посмотрим, что Virtus.pro, ну что они точно не нуждаются в представлении. Это, кстати, будет их второй матч вроде как за StarLadder официальный, если я не ошибаюсь. Один они уже проиграли команде EST. И, ну, результат был такой. Ну, в свою очередь, ESC Gaming только что отхватили от команды Natus Vincer, где Natus Vincer показали себя с лучшей стороны. И вот по мнению, по голосованию Маркелов и Эдвард просто забожили. 62% голосов в этом матче за Эдварда ушло. Поляки на 1,3. Я сейчас пытаюсь найти статистику этого матча, который был. И вот пока что то вот смотрю, резалтс есть, а нету матчей. Что за жесть? Что за жесть творится с оргом, друзья? Репортаж ksgo.starladder.tv. Там у нас также обновляется постоянная информация и текстовый ивент, разумеется, тоже. Я пока что пытаюсь посмотреть матч, и вот здесь я должен был висеть, наверное, где-нибудь вот тут вот в уголке, пока команд нет. Нам, наверное, их нужно еще немножко подождать. И... Напишу я гневно, где вы? Супер. Не, ничего, все, не буду писать. Все, короче. Вот уже 21.11 по Киеву, а команды не зашли. Жесть, просто опаздывают и сами себе врывают потихонечку ямку. Ну вот я решил посмотреть матч, и пока что еще в матчборде нету встречи Na'Vi против ESC, но она вот-вот должна появиться, как я понимаю. Админы ее там на Хелтверге должны занести. Ну, статистику мы, естественно, посмотреть пока что не можем. Будем дожидаться. Будем, что называется, дожидаться. Я пока, наверное, на соседнем компьютере схожу и посмотрю, где же. Так, я попрошу судью сейчас напугать команды, чтобы они зашли на сервер и начали уже играть, потому что это смешно. У нас, как видим, худ появился. Ну, карта будет Мираж, как я понял, выбрали они именно ее. Значит, у нас сегодня второй Миражок, который будем мы смотреть. Страна будет решаться, скорее всего, естественно, на Knife раунде. И сыграли они его или нет, непонятно. Кстати, кидается монетка перед черком карт, для тех, кто не знает. Мы ее кидаем прямо в студии, естественно. И я вот как чувак, который должен сказать, все честно, все огонь. Ну, а тут пока что все еще вармап и развлечения. Так, зайду пока что на CSGO StarLadder TV, почитаю, наверное, репортаж, и что же у нас сегодня интересного. Кстати, в Юс Ангелом уже такое мини-спонтанное интервью появилось на сайте, так что можете с ним ознакомиться. Так, так. В прям классика жанра ESC Na'Vi. Ну, вот такие комментарии. Слэм, были сегодня у Na'Vi на базе? Ну, вот я когда говорил 19 число, как бы, чем ты думал? Чем ты слушал? Жопой или ногами, или не знаю, как бы. 19-е, чувак. 19-е. Циферки поправь. Так, еще раз попробую обновить и посмотреть. Ладно, нету. Давайте тогда посмотрим последний матч, наверное, Virtus.pro, как они играли с ESC Gaming. Карта была тоже Мираж. Все прекрасно знаем, что... На Мираже Virtus.pro на самом-то деле могут. Но вот по половинам они выиграли первую 9-6, начав в защите.
Перейдя за атаку, смогли взять всего лишь 5, естественно. Ну, не хватило им там выйти на 15-й и отдали полякам 10, естественно, где ЕСЦ просто божили. И статистика прошлого матча вот с поляками показывает, что удовлетворительно, очень удовлетворительно сыграл Фокс. Он вышел в плюс 7, у него была статистика финальная 30-23. ТАЦ же отстреливал команду Virtus.pro просто, что есть сил, 32-18. Ну и в КД плюс 14 вышел. Неплохо, неплохо по пистолету. Так. Пистол раунд, наверное, стоит сейчас посмотреть в этом матче. Хотя у меня, наверное, просто Колтиверк любезный, как всегда, прогрузит мне общую статистику. Да, прогрузил мне вообще общую статистику. Ну, по пистолеткам можно, короче, точно сказать, что дефолтные пистолеты Glock, HKP-2000 просто не используются. Все еще люди юзают по 250. Но после сегодняшнего обновления может что-то, конечно же, поменяется. Вот, и я жду 5-го у команды Russian Roulette, который задерживается. Virtus.pro уже на сервере. Ну и мы ждем, когда все-таки парни смогут приступить к этой встрече. Для тех, кто хочет следить за новостями и за вообще трансляциями, прошу, подписывайтесь vk.com/kssltv. Это наша комьюнити ВКонтакте. От StarLadder'а вы можете там найти всегда свежую информацию, новости и все прочее. Итак, ну что, у нас... У нас пошли рестарты. Have fun, пишут команды. И сейчас мы посмотрим. Играться будет, как я понял, Knife, и победитель, естественно, будет определять сторону, за которую будет начинать. Приятно, конечно, для ВП будет начать за защиту. Но я вообще поставлю в этой встрече на то, что вряд ли что-то покажут Russian Roulette. Считаю, что ВП тут просто должны обыгрывать. Ну и видеть мы, наверное, здесь будем на Мираже, знаете, такой старый русский Counter-Strike, что-то вроде этого. Скорее всего, очень много агрессии мы увидим от русских рулеток. Ну вот на ножах они, в принципе... Уверенно разыграли, приняли всех ВП и 1-0 после Найва. Посмотрим, будет ли этот дефенс. Свеп, свеп, пишет Халли, и они будут начинать у нас за нападение. Virtus.pro. Нет, Virtus.pro будут начинать за нападение, и Russian Roulette будут начинать за защиту. Наш судья поменяет через несколько секунд худ, не переживайте. Все четко, ну и погнали, погнали. Посмотрим, что там Russian Roulette могут. О, дебютанты. Ставлю сейчас на Virtus.pro какой-то быстрый раунд, жесткий. О, и... Итак, ну что, первый пистолетный раунд, как видим, играют Russian Roulette на стяжке. Б укрепляют сразу же на Инсома, Хукс, Люкса. У команды ВП, как видим, слоу раунд под А. И открывает фрагом Дося Апленд. Virtus.pro открываются на трон, очень свободно действуют, под дым на Делпан. Ну, Делпан сбрили, никто ничего сделать не смог. Вот Пипсон сейчас может попытаться здесь что-то показать, но не допрыгнул. Здесь, знает, что в плинте, слышал, что установлена бомба, мог на самом деле помешать этому хоть как-то. Ди, вход в спину, Ангел отрезает его, 3 в 3. Virtus.pro пока что контролирует полностью ситуацию, пытается выйти Хукс-Люкс на размен, не выходит, ну вот не вышло у него здесь это сделать, и Virtus.pro... С двумя потерями, выйдя на плент, спокойненько закрепляются на бомбе, используя всего лишь один дым против Делпана. Счет становится 1-0, и первая пистолетка за ними. Ну, рулеткам, естественно, сейчас следует слить аж два раунда. Ну и вкратце, наверное, о составах. Для тех, кто не знает, за Russian Roulette у нас играет Халли, Ди, Пипсон, Хукс, Флюкс, Инсом. У Virtus.pro Ангел, Кучер, Дося, Фокс, Адрен, конечно же, всеми любимый казах, который сегодня играет с пингом 66. И, наверное, матчи против русских команд его самые любимые. Я могу, знаете, на все 100. Так, Фоксу дали флеш. Посмотрите, врыв играют, какой интересный сейчас на Фокса. Игроки команды Russian Roulette. Но, как видим, Сережа здесь обломал просто им все это путешествие через мид. Плюс вышел в перекрестный огонь Ангел, Адрен. И мид был законтролирован. Еще и бомба была установлена на всякий случай Доси, который один на Б. Ну вот, а Халли, Халли космос пока что. Касс, вот. Выхожу в открытый космос, ребята, бомба стоит, я прячусь, что мне делать? Ну, он тут явно ловит бонус какой-то, кого-то оштрафовать хочет на девайс, но я думаю, Virtus.pro на пределе внимательности должны отнестись к такому. Оп, заметил, и навелся хорошо, но вот попасть не попал, не залетела первая ровно пуля, видимо, летит влево. 2-0, посмотрим, что еще интересного сейчас товарищи из русской рулетки придумают. Присел до. Такс. Халли. Плент. Вместе с Пипсоном. А занимают. Ну, капитан, короче, как капитан играет, конечно же, и не ощущает команду.
Russian рулит, просто вышел, дал два опенфрага на оба хедшотами, еще из глока. Пытается, видимо, пока что понять, что вообще могут, не могут. Ну и 3-0. Такой расклад. Вообще, составчик такой достаточно интересный у русской рулетки, но я бы, наверное... Ну, я, наверное, сразу скажу, что в топ-4 их увидеть в конце этого сезона, это вообще будет миссия невыполнима для этих ребят. Все-таки в Регеймс, НИП, Нави сегодня взяли, наказали ESC, так что там будет вообще жаркое месиво. Итак, ну что, смотрим Халли, проход по центру, отдымление центра от команды Virtus.pro, при том, что плотная на 3 дыма, дым в яме от защиты, также лежит Virtus.pro, разыгрывают медленно, но казах с пингом 66 решил рискнуть. Протаранить дик, но, скорее всего, это была это его задача, чтобы напугать немножечко под Б-плантом защиту. Да-да-да, там сразу же на флеш развели Хукс Флюкс, Ади начал стягиваться после этого, потому что атака не продолжилась, а Кучер будет продолжать создавать давление по центру. И попытается затмить Адрена. Ну вот дым в перемычке ему поможет как раз таки пройти. Но там посмотрите, как смотрит с люльки. Очень интересно. Ди, выход на Хукс Флюкса и перекрытие Зиги. Уход обратно, естественно, в сторону центра. Люлька не засупортила. И Virtus.pro перегруппировали свою атаку. Ну вот после этой перегруппировки остался Дося Пада, которого спалили в коврах. И по сути-то Б-плент удалось раскачать. Но вот сейчас, если Карась не сыграет, то может быть все очень-очень плохо. Он пытается здесь пунтом что-то сделать, но ловит от Хали в голову. Фокс проходит зиг. На Б у нас один инсом. И в Virtus.pro, по-моему, сами не поняли, что они хотели сделать. Сейчас попытаются на стрельбе как-то разыграть. Вообще, если прокатит, то это можно будет сказать. Давай, до свидания. Но первый бай проигрывать нельзя русским рулеткам. Кучер, Open B, и отдается Хали Фокс. АВП, Ди справляется с Кучером. 3-1, первый девайс не берет команда Russian Roulette, и это хорошо. Это хорошо, это значит, что мы здесь уже в сухую ничего не увидим. Я, кстати, неплохо отзываюсь, ни хорошо, ни о ком, ничего не подумайте, просто я ни разу не видел русских рулеток вообще ни на одном из чемпионатов, нигде и никогда. Вот это первый для них турнир, и что они на нем будут делать, пока непонятно. Как он у них пойдет? Ну, пока что 3-1, в принципе, встреча. Соперник у них на данный момент, я бы, наверное, сказал, одна из лучших команд в Европе. Ну, по набору игроков-то явно понятно, что это сейчас лучший коллектив в СНГ пока что в CSGO. И по результатам, конечно, тоже. Ну, посмотрим, как на Старладе выступят. Так, Фокса, ВП, Зик, опасно. Опасно. Вот сейчас Хук Флюк сдернется и... Так, ну вот это было очень-очень даже зря. Теперь Фокс точно знает, что есть на Зиге. Ушел к бомбе. И Virtus.pro, по-моему, планирует сейчас какую-то перетяжку на не получается. У них сыграть в центре, не нашли они там никакого контакта. На Карася там уже объявлена охота, и Пипсон его будет принимать под флеш. Заходит в яму, как видим, чекает, никого не находит. Но Карась играет очень-очень грамотно, он в свою очередь также отстрейфился. Он знает, что есть чувак в упоре, и минус. Опен на есть, и будет продолжаться создавать давление. Тиммейты уже подошли, это финалка. Это финальная атака. Кучер в стейке выходит на... Выходит с ковров, как видим. Ну, прокидочка дыма за ним, естественно. Оплошил зиг, дал дым, изоляция пошла. Бомба будет ставиться незамедлительно. Пытается инсом занять агрессивную позицию. Вот никто его не видит с Делпана, но он не убивает чувака, который ставит бомбу. И только после его спрея на него обрушивается ряд внимания от Virtus.pro. Посмотрели, наконец-то, на его позицию. Ну, и теперь ему гулять 40 хп и бояться просто. С двух сторон могут его сейчас поджать. В принципе, Virtus.pro остались на пленте и пошли сразу запирать. Ну, вот Кучерок сейчас, наверное, убьет его как раз-таки. Да, да, Кучер не дал здесь погулять инсому. И 4-1. Virtus.pro продолжили брать раунды после проигранного первого девайсного своим оппонентом. Такое, такое, знаете... Ну, они придерживаются свободного стиля, конечно же. Я думаю, сейчас у ВП явно здесь нет никакого желания разыгрывать какие-то суперзаготовки и супертактики. Дабы не палиться. Вот сейчас не дали сыграть Адрену. Как видим, казах снова рискнул с пингом 60. Ну, ничего, там есть Кучер, который, в принципе, жаждущего девайс Халли забрал. Минус Пипсон. Также Ангел в сплите на выходит с ковров и... Аккуратно, чекая все нычки, команда Virtus.pro двигается в правильном направлении. Ну, это будет бомба. Вот рулетки, конечно, здесь тянуться надо было. Но они успели по таймингу. Попали, все нормально. Вот не дают ВП все-таки играть без потерь, держат под напряжением. Все-таки будет тяжело. Ну, видно, что парни стараются. Я уверен, вот сейчас Russian Roulette будут вкладываться на полную. Все-таки дебют для команды. А вот Virtus.pro здесь, конечно же, не стоит
исполнять, но тем не менее, при выходе на, они их изрядно хорошо потрепали, остался Ангел, 1-2. Радует, конечно, что против него стоят пистолеты, но с другой стороны, он сейчас теряет время, 42 секунды, 40 до конца раунда, и он знает о перемычке, знает, что, возможно, кто-то будет с КТ, но бомбу, тем не менее, попытается поставить. Это будет... А, развел. Кстати, вот когда вы первый раз бомбу вот так вот делаете, да, то второй раз она ставится быстрее, намного. Вот это просто Ванга стайл! Это просто жесть, друзья! Что делает Карась? Я прям не могу. Ну вот такого никто сейчас у русских рулеток не ожидал. 1-1 и второй минус. Великолепно играет Кирилл Карасев. 5-1 в пользу команды Virtus.pro. И доминация аж в 4 раунда. Вот, ну, вот не знаю, как он так подумал. Почему он именно так подумал, что нужно это сделать. И... почему он вообще подумал, что этот угол надо прострелить? Вот почему. Видимо, ему кто-то сказал, что там прятался чувак, он такой, прятался, говорите. Думаете, прятался? Ну, прострелил на папу просто. Отлично. Будем теперь знать, что эту стенку можно пробить. Ладно, здесь Russian Roulette решили сыграть раунд по-польски, но их сейчас Дося будет наказывать, не отпускает. Ди, вот Ди должен был помогать его тиммейт, на самом деле, в перемычке, чтобы забрать его и дать какой-то дым или хотя бы чекать подвал, потому что чувак-то отходил. Но этот микромомент русская рулетка не просмотрела. В итоге лишились одного на медле. Ангел дождался пуша от Инсома, агрессия была наказана, 4 в 3. И Russian Roulette вынуждены сейчас просто разбежаться. Ну, глубокий дефенс Б, естественно, и ожидание участи будет. ВП... под Б будут выпускать Ангела. Бомба, как видим, стягивается как раз-таки к Ангелу. Ну и открытие на плент уже осуществлено. Но Ангелу тут помешал Хали. Заперли его. Фокс минус Пипсон. Смотрим, что сделает Адрен дальше на Б. Именно у него сейчас пакет. 2 в 2 ситуация. Он не знает, что в пленте есть игрок защиты. И там Хукслюк сидит до конца. 16 хп у него. Отстреливает первое. И ну тут Ванга стайл просто от Адренчика. Ну, Ангел, видимо, просто дал инфу. Хотя видно, что плент как бы у ВП отработан. Ну вот, давайте, наверное, все-таки насладимся сейчас повтором от того, как Ангел разыгрывал раунд 1-2, как видим. Ну вот, собственно, он здесь попытался развести хоть кого-то на экшен с КТ, никто на экшен с КТ не вышел. В итоге Ангел остался стоять дальше на позиции, спокойненько, как видим, проходит. И вот такой Ванга прострел просто, конечно, в его исполнении это очень-очень-очень жестко выглядело. Ну и раунд, естественно, 1-2 Кирилл дальше дотащил. Ну вот команда Russian Roulette сейчас продолжит разыгрывать со своим одним раундом. Ну теперь у них, естественно, эко. Вообще ВП их изрядно хорошенько по экономике греют. И следует отметить, что это негативно скажется на счете первой половины для русских рулеток. Ну им здесь нужно как минимум брать 6, те же самые. Потому что я уверен, ВП нацелили здесь на выход в 9 раундов. И даже... что может быть вполне реальным взять свыше 9, тем более, что команда из России, я думаю, не должна быть особо сильным конкурентом для ВП, так как французы переламывали. Опыт-то позволяет. Но, тем не менее, вот стабильный минус на эко делается у русских рулеток. Можно ознакомиться пока со статистикой. Остался вот последний Халли, он единственный у РР с MVP и старается тут, как видим, раздавать. Кстати, Руссетта тег у этой команды тоже непонятно почему. Что общего между Russian Roulette и Russetta, я не знаю. Ну и статистика на счете 7-1. 11-2 идет Ангел. Ну вот эти безумные 1-2 и прочие расклады. Мы с вами сами прекрасно видели. Если посмотреть на статистику Russetta, то никто по фрагам особо сильно не выделяется. В 0 вышел Ди, Хали в минусе, как и вся остальная команда. 1-8 инсом. У Virtus.pro Adren 5-5. И это самый отрицательный результат, наверное, из всех игроков всего коллектива ВП. Но Adren зато железно разыгрывал Б 1-2 также. Эх, ну что ж, 7-1, и нужно открыть второе дыхание. Russian Roulette, open фраг от Ди, при том, что словил тайминг против Адрена. Сразу же пошла раскидочка, помогает. А вот Virtus.pro спешат выходить, теряют Досю, но тем не менее атака продолжается. И это вновь финалка. Ну, максимально просто. Максимальной простоты придерживаются в раундах Virtus.pro. Не играют разводы, не качают, понимают, что могут... Ну, видимо, понимают, либо оно так и есть, что могут брать там каким-то тимплеем при выходах на точку у своих соперников, плюс карта-то играбельная. Ну вот сейчас Ангел словит в голову от Халли. Чекал перемышку. 2 в 2. Халли имеет сейчас все шансы напрячь. Инсом выходит в перекрестный огонь. Греют плент. Пытаются выцепить. Забирают Фокса. Остается Кучер. Кучер дает флешку. Просто так не сдается. Пост флеш. Выход плент. И минус один Инсом. Дев бомба. Это 7-2.
Это 7-2. Дым, кстати, еще в последний ложится очень-очень четко. И получает он сам, естественно, MVP. За это великолепно Russian рулит. Вот зашедший в спину незачеканный Халли решил в этом раунде. Благо, Инсом не подвел и вышел в перекрестный огонь практически сразу же. Не дали они здесь ни единого шанса игроку под коврами сделать фраг. И очень интересный момент. 7-2. Посмотрим, остановит ли это Virtus.pro или насколько этого запала хватит. Вообще, раунд-то взят не в попа на самом деле. Так, Фокс агрессивно играет на центре. Пытался прострелить, видимо, ожидал, что против него будет стоять АВП. Кстати, АВП никто пока что не берет у Russian Roulette. А капитан Карась... Так, ну вот я не понимаю, как это можно комментировать просто. Ну вот то ребята берутся нормально, запирают яму, все, здесь оставили Ай в меньшинстве. Вот этот чувак вообще у меня вызывает дикое недоумение просто сейчас. Как он вот тут вот умер? Как он здесь вообще оказался и что он здесь делал, я не знаю. С этим-то все понятно. Выкурили. И благодаря капитану Карасю просто Virtus.pro даются накшибательные минус 4, оставляя одного Инсома гулять по коврам. При том, что они его не просто оставили гулять по коврам, они его еще и побежали искать. Что самое интересное, Адрин сейчас может его найти, Инсом там прячется в коврах под Б, с двух сторон будет. Ой-ой-ой, всю карту прочекали. Вот это нож, это должен быть нож. Но все-таки ребята играют сдержанно, спортивно и не собираются сажать Инсома на ножик. 8-2, хотя могли сделать, хотя бы вообще все произошло, для этого практически все. 8-2 в первой половине, первая половина ЗВП. Пока никаких нежданов от рулеток не залетело в сторону Virtus.pro. И матч ВП будут продолжать на позитиве. Ангел, яма. Вот, видимо, это что-то постоянное. Вообще, ВП комбинировали несколько раз раунды за атаку. Вот ангела отправляли в яму, либо Досю. И по коврам либо Кучер, либо Дося. Вот когда разыгрывают финалку на, тогда Кучер всегда есть в коврах. Здесь нет, и могу предположить смело, что это будет Б. Но по ситуации играют от Зиги. На Зиге уже весь замес, в принципе, начался. Russian Roulette запушили Зиги, разобрались с первым. Кучер, зажатый в углу, естественно, ничего не смог сделать. Накормили девайсами 2 в 2, но у Virtus.pro есть вообще такой хороший пакет информации о том, что девайс один забрали, есть Зига. И, как видим, двумя фрагами безответными заканчивается и этот раунд. Очень быстро, очень быстро. АВП не успевают единственное, что забрать, но это не особо... таки важно. 3-100, 3-6, 4-8, 3-3, как видим, у русских рулеток. А раундов-то у оппонента уже 9, покупать надо. Сейчас пойдут в бой Фамаса, раскидка от Хукс, Флюкса и, по-моему, без армора там он у нас, да, как я понимаю. Нет, играет с армором. Давайте вообще посмотрим. Да, вся команда играет с армором, но Фамас и Халли Аркада а-ля Капитан Карась. Ну, вот я просто буду теперь все называть, друзья, а-ля Капитан Карась, потому что именно Кирилл Карасев в матче против Imaginary Gaming на лан-финалах SLTV Star Series первый раз, наверное, зааркадил на миражике сюда и сделал серию фрагов. Ну а тут, как видим, Халли удалось пройти по-тихому против Ангела. Забрал он его, и Ангел не ожидал, что будет разыгран такой поворот событий. Плюс понадеялся, видимо, на Адрена, на мид, но слишком быстро оказался. Халли в начале раунда вообще такие штуки надо подрезать. Она не была, естественно, подрезана, но эта аркада никак, как видим, на общий расклад не повлияла. Virtus.pro все равно свои фраги сделали, забрали А. И ставится, уже должна ставиться бомба сейчас Фоксом. Ситуация 4 в 2. Разводят на экшен Инсома. Подрывают аккуратно на гранатке в перемычке. Ну и Халли остается последний в живых рулеток. 1 в 4. Ситуация, конечно, не позавидуешь. Врагу не пожелаешь. Ну и как-то нужно с ней будет справляться. Давайте смотреть. Адрен. Первый падает от его рук. Ну и все. И за Халли должны были сейчас выехать. Ну вот... Не забрали на Зиги, ушел. Ну, на бонусы, может быть, по фрагам какие-то сыграет. 10 на 10 его статистика. Ну, его сразу прострелом просто взяли и наказали. Он уж потерялся, вышел в плент, Доси его спокойно забрал. Ну, вот, думаю, что командного опыта у Russian рулит, конечно, очень-очень мало, на мой взгляд. Ямко, я считаю, что... Ну, вот, кто не знает, да, я точно могу сказать, что вот Халли это... Достаточно мощный игрок в 1.6 в прошлом. Сейчас решил продолжить свою игровую карьеру в CSGO. Я, конечно, не знаю, надолго ли его хватит. А вот остальные 4 игрока, Инсом, Хукс, Люкс, Пипсон и Ди, это как раз-таки игроки из Соур-сцены. О них мне ничего практически не известно. Я думаю, что, наверное, на следующий какой-то эфир специально вот для такого события позову какого-то эксперта по Source-комьюнити. Может быть, Юбика даже позовем из датов, да, чтобы был какой-то адекватный расклад. 10-2. Здесь 10-2, и русская рулетка по-прежнему продолжает играть в прятки. На этот раз остался в живых Ди. Ну вот,
Сами все прекрасно понимают, что Virtus Pro себя очень свободно чувствует. Мы успеваем только наблюдать реально за сейвами. Как бы никакого давления, кроме вот одного раунда, когда рулетки перестреляли четверых в одном моменте. Ответок больше, в общем-то, от них никаких не залетало и не заходило. Сейчас попробуют разыграть СВП. Давайте посмотрим, может быть, будет какой-то плюс от этой игры. И смотрим, Нади сразу пытается засечь центр. Будет ловить на тайминг. Да, постдым решил сыграть, но Virtus Pro, как видим, 4-1 схема. Адрон бежит очень быстро под боковры. Наверное, будет выходить у нас подвал. А тут, как видим, Virtus Pro подготавливает сейчас апленд. Очень хорошо подготавливают и играют тоже от АВП, которая, кстати, первая открывается. Ангел в качестве разменного игрока. Хали позволяет сделать минус 2. Теряет бомбу. Ангел! Пуш от Пипсона и размен от Фокса. Фокс остается 1 в 3. Ситуация у него опасная. И АВП ID его здесь забирает уже пост стяжки. На этот раз апленд удалось принять. Ну, затянули ВП. Затянули. С атакой на... Но особо сильно, наверное, они не парятся по поводу того, что проиграли. Этот девайсный. Вообще, они взяли уже за 10, и у них очень хорошая ситуация по экономике. Раунд, конечно, они проиграли, но для русских рулеток, наверное, взятый раунд — это целая победа. Ну и пистолетка второй половины вообще покажет, будет быстро этот экшен играться или нет. Итак, раскидка мидла от Адрена. Здесь уже, как видим, мид подготовлен. Адрен аккуратненько будет сейчас пытаться чекать перемычку. Включаем режим на шифте, и в перемычке его ожидает Ди. В этот момент его тиммейты подошли под яму, как я понял. Адрен отлично сыграл на центре Дося. Будет его сейчас заменять. Но вот Дося не знает, что Зиги на него в спину могут зайти, поэтому... Вот он провернул мышкой и удивился очень сильно увидеть Пипсона. Хукс-флюк здесь ждет, как видим, стяжки с подвала. С подвала стяжки никакой нет, и ВП будут продолжать играть вчетвером. А вот Хали проявил немного наглости, сыграл в аркаду. Кучер, кстати, смотрите, остался на... Вот если сейчас Фокс убьет, короче, Хали, то все будет вообще на пределе четкости. Но Хали забирает Фокса, принимает его под Б, проходит инфа. Кучер открывается, естественно, сразу же на, понимая, что здесь никого нету. Вот из этой ситуации могут на самом деле выбраться. Ангел минус Пипсон отлично отбивается в коврах под Б. Хали, конечно, тоже же здесь. Ангел об этом прекрасно знает. Он понимает, что ему надо стягиваться. 37 секунд, но спешить не стоит. Кучер заходит в центр. Хали, как видим, на выжидании Ангела. Тот особого сильно пока желания не испытывает стянуться. Дает флешку на Инсома. Но Ангел знает, что он зажат и ждет как раз-таки хелпы от Кучера. И давайте посмотрим, как играет Кучер. Ну, Кучер играет на отрезание, естественно, Хукс-Флюкс. А Инсом забирает, тем не менее, Ангела на коврах под Б. И Кучер остается последний. Бомба у защиты. Инсом на точке. И фраг сейчас должен был быть по его инициативе. Но Кучер тут отжег 7 секунд, 6 до конца раунда. Пытается простреливать. Халли в ответку тоже простреливает. Режет ножом ступеньки, как видим. Но радости не скрывает. Уходит. 11-4 счет первой половины. Ну и посмотрим, что же нам покажут сейчас ребятки из команды. Russian рулит на пистолетке во второй половине. Что же это будет? Ой-ой-ой. Вообще должны без рестартов и без... какой-либо паники начать сразу же. Да, работает у нас, слава богу, свич. Ну и статистика за первую половину, как видим, 14 на 8 у Кучера последний остался. Ну вот до стрельбы не довел. Но на самом деле вы сами все видели. ВП, просто оставив Кучера в коврах на, были уверены в том, что в яму никто не сыграет в аркаду. Ну, Халли, скажем так, проявил себя с лучшей стороны, зааркадил. Этого не ожидали Virtus Pro. И в последнем раунде это был поворотный момент для ВП. По пингу, кстати, можно сразу сказать, что у Russian рулит все замечательно. Сервер TeamKill, русский, пинг 5, 20-ка, 31 у ВП, 61 у Адрена, естественно. Кучер, Ангел играет с Украины на серверах TeamKill. Здесь 30-ка, 20-ка, оно понятно. Фокс Дося тоже 5, ну и это вызывает радость. На рейте это 128, это, по-моему, вообще великолепный расклад. Итак, остается у нас буквально 48 секунд до смены сторон. И я пока что попытаюсь посмотреть, что у нас происходит параллельно. Параллельно ничего пока что не происходит интересного в матчах. Вот НИП сегодня играли ЕМС, но об этом потом. Капитан Карась вот пишут в чате. Радуются болельщики, конечно же, команды сейчас ВП. Не, ну для ВП это проходной матч, на самом деле он даст им просто очков, раундов. Я считаю, что команда, если она знает, что соперник их слабже, должна играть на максимум. Но тут видно, что Russian рулит, несмотря
там, да, на какие-то там непонятные муви местами, да, все равно старались на максимум, вот сыграл Халли, было видно очень ди, вот вместе с Халли всю первую половину ребята старались, настреляли 13 на 13, команда пока, может, волнуется, может, не поддержала, не знаю. Ну и у нас начинается вторая половина, первый пистолетный второй половины, посмотрим, кто на чем приведет. Так, ну вот защита сразу же, естественно, на P250 покупает, P2000 остается у Адрена, он играет у нас на армор, P250 кучер, и по позициям, как видим, укрепление Б-планта на трех человек, Фокс, чек центра и кучер Делпан. Но первый минус все-таки заходит за Халли, который каким-то чудом умудряется убить Фокса в центре. И укрепление на Б-планте, по сути это дело, уже не имеет никакого значения, потому что за виной трех человек открывается на очень нагло действует инсом в сторону Делпана, забирает кучера. И видать, как Russian рулит, надеется на очень-очень четкую игру. Пистолетка, как видим, заходит. Так, быстрый пистолетный раунд. Я отвлекся. Извиняюсь за это вновь. Я, наверное, весь сезон буду извиняться за то, что я отвлекаюсь. Просил нам поменять худ. Нам его поменяли. И непонятно, почему он, кстати, сам не меняется. Это меня очень сильно пугает. Итак, ладно, давайте смотреть дальше за матчем. Инсом, яма. Пойдет, 4 игрока пойдут, естественно, играть через мидл. Берут, как видим, Галилы, фармганы, узишечка от Инсомчика, Хукс-Люкс, P250 остается. И Пиксон. Ну, Ди уничтожает Фокса. Virtus.pro, в принципе, здесь не должны церемониться. И должны были сыграть агрессивно, что, в принципе, и сделали. Но когда остаешься один, можно поработать. Ну, вот Дося мог сейчас сыграть в пропете, но и с ним расправился Хукс-Флюкс. Вот, сыграли, конечно, на попытку угадать ВП в первом пистолетном. Я думаю, она, наверное, всем понятна, то, что именно в первом пистолетном ВП пытались угадать направление атаки, укрепили Б-плент. И никто не ожидал, конечно, такого фрага от Халли жесткого на центре, то, что он сбрил Фокса. По сути дела, там Фокс должен был просто чекнуть, отойти, либо постреляться, отойти. Но он начал стреляться, получил в голову, и все. Укрепление на Б не сработало, три чувака молниеносно вышли яму, Russian рулит, и сыграли против меньшинства на пленте. Ну, конечно, там бомба, позиции, время, как бы это все решило. Ну, еще один эко проведут сейчас Virtus.pro. Инсом уже убивает аркаду в яму. ВП достаточно агрессивно на эко-раунде. Смотрим за кучером. Попытка отрезать чувака в яме. Ну, Инсом, естественно, сразу же уйдет. Он здесь не будет лезть на рожон. Ему это не надо. ВП, как видимо, укреплено на трех человек. Пошла стяжка после дыма в перемычку. ВП, в принципе, по стяжкам нормально считает действия своих врагов. Но это пистолетка. Хотя даже на ней очень уверенно, на самом деле, на демейджере. Там, видим, минус 50 у Инсома, минус 40 у Калли. Его еще и Фокс добил вдобавок ко всему. 4 в 2, 2 пистолета, 2 по 250. Посмотрим, что с ними сделают. Посмотрим, что сделает Ангел. Посмотрим, что сделает Кучер. Ну, как видим, вдвоем пытаются сыграть на Зиг. Ну, и Ангел на себя сейчас будет отвлекать внимание. Кучер будет собирать халяву. Ангел пошел в ковры под Б. Принимает решение Virtus.pro здесь не вылезать на плент и на соперника, разыграть на АК. Как раз тут калаши-то все равно будут отходить с Б. И здесь в любом случае, куда бы ни пошли. Я думаю, вот в данной ситуации капитан Ангел должен тут делать как-то минус. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот теперь уже не убьет точно Хукс-Флюкса. Да, тут ближняя дистанция, а там УЗИ. И с ним ничего не поделать. Как бы перестрелка логично за ним закончилась. Куча пытается там выйти на размен, и все-таки наказали одного, получилось. Ну а счет становится тем временем 7-11. Russian рулит, отыгрывают еще один раунд в этой, во второй половине. А у Virtus.pro намечается первый бай. Посмотрим, сыграют ли зеркально. Потом, ну, в плане как бы по раундам, да, ВП выбирают 2-1-2. Фоксы используют на центре. А вот у атака, по-моему, раскидывает мид, но это фейк какой-то непонятный достаточно, потому что... Да, вот поздний дым прилетел, Халя открылся на центр. В этот момент идет раскидка Апплента, и туда, по-моему, сейчас... Нет, еще не раскидали А, раскидали центр, но будут раскидывать А. Готовится дым на Делпан, на приеме у нас там будет, естественно, Адрен с пунта, но он не один. У Адрена в паре есть кучер. Кучер играет у нас без ВП, а ВП у Фокса. Я не знаю, плохо это или хорошо, но яму, конечно, с Делпана можно было бы принять. Отлично, уверенно играет Адрен. Смотрим, выходит на него чувак спиной, но его убивает, не сбивает Ди. В итоге идет размен в пользу команды Virtus.pro на пленте. У Русетта идет стяжка полная на Апипсон. Делает небольшую паузу в атаке, но он заметил проход на Делпана. Вторая граната. И
Заходит ему здесь Фокс, подмастил. Жесткий размен в пользу Virtus.pro. Хали выжидает сейчас удобного момента, не палится. Но он пропустил один момент, как бы то, что Ангел запрыгнул спокойно сверху на ящик и расправился с ним. 12-7. Вот тут уже можно сказать, что ВП явно уверенно сыграли на пленте в дефе. Самое, что мне понравилось, это тайминговая флешечка Адрена с пункта на ковры, кто заметил, да, он прямо знал после флешки и дыма с ямы, что сейчас будет чувак выходить с ковров, дал туда флеш, там выбегает спиной такое тело. Второе, конечно, вышло на размен, но тем не менее Адрен сыграл более чем нормально. Если бы сплит был более-менее ровный у рулеток, то они могли бы Адрена сразу забрать под первую флеш. Как я понимаю, такое тоже могло произойти. Ну и продолжают играть в свой КС у нас Virtus.pro. Запускает Ангела в аркаду на центр. Лишает сайди Russian Roulette. Достаточно агрессивно решили сыграть. Пода в этот момент. Хали не открылся. Будет запирать по-прежнему в спину. Азвино, Хукс, Флюкс, Инсом и Пипс действуют под точку Б. Очень-очень медленно. Ну здесь, как видим, Дося. Дося видит дым. Ну, дым, видимо, дается, чтобы была защитена атака. ВП, кстати, укрепляют ковры, оставляют Ангела, отдают Зигу. Оставили там на Фокса только на медле. Ну, Фокс играет роль такого человечка, который еще стянется и примет ап. Хали на машину под аплунтом, Фокс тянулся под А, и атака сейчас будет просто... Ой, вот если сейчас Ангел не вылезет и дождется, как бы, да, то... Опс, первый пошел, второй пошел, Дося помог, и атака ковры, в принципе, была принята спокойно, бомба там упала, Хали остался последний, ну и ему здесь просто не дают даже вдохнуть свободно вдохнуть на центре. 13-7, ну плохо фейканули на, они Фокс это стянули, да, но с Б, по сути, никто не ушел, Ангел Красный встал за стенкой, что не чекалось, зачем-то дали дым в коврах под Б. Такой визуальный обман создали, да? То, что это фейк, друзья, это фейк, друзья. Сейчас, кстати, 5А у Russian Roulette, и они, как видим, вышли достаточно очень-очень-очень быстро. Все проломили зиг, как видим, пытаются вести агрессивную перестрелку, но мы-то с вами здесь прекрасно понимаем, что без флешки, без дыма ничего не выйдет. 14-7. Ну, русские рулетки могут еще попытать сейчас удачу взять 3 раунда, но их нужно будет брать подряд в любом случае. Как минимум 2 из них можно взять подряд, чтобы сбить. Чтобы вывести защиту на эко. Хотя, я думаю, вряд ли получится. Капитан Карась 23-9, 20-10. Кучер, Дося 21-11. Фокс 12-11, 12-16. Сядрен. Очень жесткая статистика у ВП. Ну и дебют русских рулеток, можно, наверное, сказать, состоялся. Не, ну самое главное, что он состоялся. Вот. Несмотря на то, что они могут здесь не взять и 10 раундов. Это всего лишь первая игра для них. И я уверен, что если они StarLadder возьмут за... StarLadder будет у них в приоритете, как турнир, они не будут бегать. Вы знаете, да, там русские команды просто, они любят там, я сыграю за этого на этом лане, за того на том лане. Ну, короче, ведут себя как школьники 17-летние, как бы, да. Если вот такого не будет происходить, и ни одним составом будут тренироваться, то из них выйдет очень неплохая команда. Ну, об этом говорят как раз-таки те самые 7 раундов, которые они взяли против Virtus.pro, при том, что они свои заготовки до конца... до конца делали, и... В этом, конечно же, респект. Тут, как видим, выход на Б вместе с бомбой обломился. И остался последний пипсон, с которого забирает Ангел. Ну, в одну калитку практически в этом раунде разнесли. Откуда ты там, пишет Дося. Ну и 15-10, мрачный звук на матчпоинте, друзья. И, видимо, сейчас... А, еще и денег нету. Наверное, вообще замечательно. 2-3, 3-6. Ну, дробовики, друзья, дробовички. И на удачу. И на удачу. Как видим, не перевернули ВП, и до десятки, конечно, здесь не дотянут. Но опять же, если буду тренироваться одним составом, я думаю, то получится очень хорошая русская команда, каких сейчас, кстати, как раз-таки не хватает. Именно команда, вот, чтобы состав не менялся, ребята тренировались, и тогда все будет. Так, ну что, смотрим на Ангела, которого запустили на центр. Ну, вернее, его даже не запускали на центр, он как-то сам... Ой-ой-ой, ну вот Ангел настолько ужасен, что с центра попытался разогнать. Еще одна флешка пошла от Ангела, мид запрут, не запрут. Да, запирает Ангел мид, у него уже здесь в упоре выход на него топают. Он это знает и запирает его Ди. Отбивается Белый на центре, мид занимается атакой, но приходит суппорт, нет флешек, нет дыма, чтобы закрыться. Несмотря на это, лезет Кучер, умирает спокойно в люльке. Адрен помогает ему наказать мид и наказывают мид. Пуш выходит, Дося плюс Адрен идут стальной стенкой против Пипсона, тот падает. Где остается последний с бомбой, понимает, что на Б никого нету, надо как можно быстрее бежать туда, и он бежит, имеет все шансы успеть пропрыгнуть в плент, но вот он
Атрен! Как певц, как играет Ди. Ставит пачку. Ну и сейчас не самая легкая задача у Ди разыграть против Доси. Доси просто понимает, что нужно делать в таких ситуациях. Знает, что чувак ушел за белый. Вполне возможно, что это Форест. Ну и именно на Форесте ловит игрока команды Russian Roulette с ником Ди. Ну что ж, 16-7, друзья, в пользу команды Virtus.pro заканчивается этот матч. Еще раз составы на ваших экранах. Virtus.pro, Ангел, Кучер, Дося, Фокс, Адрен, Russian Roulette, Халли, Ди, Пипсон, Хукс, Флюкс, Инсом. Выводы никакие, наверное, по этому коллективу пока мы не сделаем. И можно, наверное, даже посмотреть последнюю вот попытку. Посмотреть в повторе последнюю попытку игрока с ником Ди на последнем раунде. Ну вот у нас last round все еще пока что на GoTV. Можем им пока что насладиться, что же делал в этом раунде Ди. Ну, сыграли, в общем-то, неплохо. Дебют состоялся достаточно нормально, без каких-либо нервотрепок. Все произошло. Счет достаточно неплохой. Все-таки Virtus.pro сейчас, как ни крути, это топовая команда и... Порадовала карта Мираж. В основном. Ну, слушайте, мы смотрим пока что только один Мираж. Такое ощущение, что Старладра будет играться на Мираже. Ну и результаты сегодняшнего дня, друзья. Команда Natus Vincer обыграла команду ESC Gaming со счетом 16-9. Это месть за прошлый сезон Старладра, где Natus Vincer уступили, кстати, на Мираже, если я не ошибаюсь, команде ESC со счетом 16-9. Нави сегодня нам показали, что они действительно тренируются и готовы просто ломать пачку. Ломать пачки. Ну, начали с поляков. На Старладере, возможно, у них еще эта эпопея продолжится. Ну и на прощание скажу, что завтра, 15 февраля, в рамках SL TV Star Series будет сыграно один матч. Или не будет его? Еще пока непонятно, будет ли завтра матч, но завтра должен был быть дебют на Старладере команды 3D Max, где играет Guardian и вместе с PHP, которые те самые жесткие парни, которые должны жечь в этом сезоне Старладера с немцами Alternate Attacks. Вот судьба этого матча пока что на волоске. Не ясно, будет он завтра или нет. Пока еще мы позволяем командам использовать вилдкарты. Напомню, также хотелось бы извиниться перед зрителями. Я знаю, что вы надеялись на начало сезона наблюдать матчи команды Na'Vi, Virtus.pro, но, друзья, эти матчи всего лишь переносятся, и вы их увидите, и, кстати, в удобное для вас время, а не в 12 ночи. Ну что ж, второй игровой день SL TV Star Series Counter-Strike Global Offensive подошел к концу. Я бы хотел сказать всем огромное спасибо, кто пришел сегодня к нам на трансляцию. Также огромное спасибо командам за то, что сегодня отыграли свои матчи. Мы увидимся с вами завтра. Если матча не будет, то я обязательно напишу об этом у себя ВКонтакте, и также об этом станет известно на официальной странице ksgo.starladder.tv и vk.com/kssltv, естественно, это ВКонтакт нашей лиги. Не забываем подписываться на YouTube-канал youtube.com/kssltv, там у нас все записи трансляции, там уже, кстати, появилась запись Na'Vi против ESC. Для вас сегодня за микрофоном работал Слэм, и CSGO смотрел с вами я. Всем всего наилучшего и до новых встреч.